Завершился четырехдневный переход парусника «Седов» из немецкого порта Киль. Легендарный барк прибыл с дружественным визитом в Вильгельмсхафен, главную военно-морскую базу Германии. Корабль прошел 615 морских миль, из них треть пути под парусами. Миновал датские проливы Большой Бельт, Каттегат и Скагеррак, обогнул самую восточную точку полуострова Ютландия, мыс Скаген, покинул акваторию Балтийского моря и вошел в Северное море. Вильгельмсхафен встретил парусник «Седов» палящим июльским зноем, 36 градусов в тени. В постановке судна к причалу принимали участие морской и портовые лоцманы, которые осуществили сложную проводку барка через портовый шлюз реки Яде, самый крупный в Европе и второй по величине в мире после Панамского канала, а затем и через пролет разводного моста кайзера Вильгельма, построенного в 1907 году. Российский парусник прибыл в немецкий порт для участия в морском фестивале «Уикенд на реке Яде». В порту Вильгельмсхафен барк «Седов» традиционно открыл свой трап для всех желающих познакомиться с рекордсменом Книги рекордов Гиннесса, самым большим учебным парусным судном в мире.